просыпаться бы. Так, ночка выдалась неплохая, никто меня не гонял. Что бы мне покушать? Сколько много бутылок? Ну хотя бы каплю оставили. Нет, надо все до дна выпить. Хоть бы пару капель осталось. Ничего нет. Что бы мне теперь перекусить? В животе так бурлит. Ничего не видно. На что бы мне наткнуться такого съедобного? О! Пицца! Сейчас я до тебя доберусь. Ай! Да будь благословенен тот, кто оставил мне кусочек пиццы на завтрак. Хоть поем с утра. Уже столько времени, надо бы мне позавтракать. А ну-ка, слуги, все ко мне! Да, госпожа, я вас слушаю. Принеси мне, пожалуйста, завтрак в постель. Быстро, я уже очень голодна. Сию минуту будет сделано. Госпожа, вот ваш завтрак. Так, я не поняла, а почему так долго-то? Я сколько могу ждать? Если еще раз такое повторится, будешь уволена. Все, иди занимайся своими делами. Простите, пожалуйста, госпожа. Я больше так не буду, обещаю. То-то же, аж язык заплетается. Все, покинь мою комнату. Ох, наконец-то поем. Как вкусно. Походу я наелась. Не хочу больше. Прислуга, а ну-ка забери. Слушаю вас, госпожа. Забери. Я больше не хочу. И да, кстати, можешь доесть. Скоро уже холодать начнет. Надо бы одежонку себе какую-нибудь подыскать. Пойду покопаюсь по мусорным бакам. Одни бутылки, ничего полезного. Тьфу, куча мусора. Так. Ой, какая-то курточка. Вполне себе сойдет. Холодными вечерами укрываться. Надоело уже вот так вот сидеть. Надо бы сходить по магазинам, пошопиться. Вот так-то лучше. Мы идем на шопинг. Госпожа, подайте, пожалуйста. Подайте, пожалуйста, на пропитание. Еще чего? Иди сама зарабатывай. Вот ты скряга, чтоб тебе пусто было. Подпишись и лайк поставь, на колокольчик ты нажми.